Роза Рымбаева пела для североказахстанцев. В областном русском драматическом театре имени Николая Погодина состоялся концерт народной артистки. В репертуаре певицы 30 песен о весне, жизни и, конечно, о любви к матери. Программа так и называется «Жан Анам». Музыкальным композициям «Золотого голоса Казахстана» вместе со зрителями аплодировала и наша съемочная группа. Эта песня «Любовь настала» прославила Розу Рымбаеву на весь мир, автор Раймонд Паулс. В Петропавловск эстрадная певица приезжает уже не в первый раз. На ее концерте всегда аншлаг и много цветов. Я, наверное, раз 10 побывала в вашем городе. Я считаю, что музыкальный город. А что касается культуры, у вас действительно на высоком уровне, потому что вы имеете оркестры. Я рада сотрудничать с вашими оркестрами, музыкантами. Надеюсь, в будущем еще не раз встретимся. Своими песнями, настоящими народными хитами, Роза Рымбаева радует казахстанцев вот уже 40 лет. Все награды и достижения артистки подсчитать очень сложно. Она никогда не позволяет себе петь под фонограмму. На сцене пропагандирует только живой голос. Кстати, помогают ей в этом близкие друзья, дирижер областного эстрадно-симфонического оркестра Сергей Имашбаев и композитор Еркен Интыкбаев. За 2 дня они вместе подготовили горожанам эту концертную программу. Последние уже 4-й раз я приезжаю, чтобы петь вместе с вашим оркестром замечательным. И каждый раз наша программа обновляется, каждый раз мы с нетерпением ждем встречи с вашими музыкантами, с дирижером господином Сергеем Имашбаевым. На сцене в Петропавловске «Золотой голос Казахстана» исполнила 30 песен на русском и казахском языках. Североказахстанцы с удовольствием слушали полюбившиеся композиции Розы Рымбаевой, такие как «Гавань моей мечты», «Атамекен», «Куабол», «Кырымай» и написанное в далеком 77-м году «Озарение». Мы же просыпались с ее песнями, и вечером ее песни слушали, поэтому вот, ну, замечательная, талантливая певица, очень нравится концерт. Сегодняшняя программа Розы Рымбаевой мне очень впечатлила. Мне понравилась ее песня «Время настало». Эта песня, по моему мнению, нравится не только взрослым людям, также и молодым. С наступлением теплых весенних дней произведения Розы Рымбаевой становятся особенно актуальны. Каждая ее песня наполнена строками о любви и нежности. Дорогим нашим мамам, я хочу желать здоровья, долгих лет, чтобы ваши дети не огорчали вас, только радовали своими успехами, своей хорошей жизнью. В рабочем графике народной артистки еще немало концертов. В ближайшем времени она поедет на гастроли в российский город Волгоград. Там ее тоже любят и с нетерпением ждут. Дамир Абуов, Михаил Казначеев, Новости МТРК.